Новая котельная должна решить вопрос с дефицитом тепла в городе. Тему продолжит Лариса Панина. В совещании по строительству котельной на РТС Лобня глава города Николай Гречишников и все заинтересованные лица, депутаты, финансисты, теплосеть, исполняющие обязанности руководителя администрации Анна Куманова и ее заместителя, решали вопросы финансирования строительства. В этом году зима в Лобне была достаточно теплая, поэтому дефицит тепла, подаваемого от РТС Лобня, ощутился не столь сильно. Однако город хочет встретить новую зиму во всеоружии. Получив в прошлом году положительное заключение экспертизы на строительство котельной, город и теплосеть приступили к возведению фундамента, стен, кровли здания будущей котельной и фундамента под дымовую трубу. При строительстве было освоено почти 40 миллионов рублей. Полная же стоимость современной котельной обойдется городу в 170 миллионов 200 тысяч рублей. Для того, чтобы застроить котельную, нужно, значит, еще и, естественно, внутреннюю начинку. Это технологическое оборудование, котлы, значит, электрику, газовые части. Вот. Нужно построить легкое РТХ, значит, и соединительные коммуникации, газопроводы, трубопроводы, отопление горячей воды и, значит, электрику. Для того, чтобы достроить котельную, нужно 130 миллионов 400 тысяч. Вот. Вопрос обсуждался сейчас вот на комиссии в части изыскания средств на эту котельную. Ну, глава и депутат, совет депутатов понимает о том, что котельную нужно построить, что в зиму она должна быть. Мощность котельной составит 30 гигакалорий в час, что должно закрыть дефицит тепла в городе. Окончательное же решение по выделению средств примет совет депутатов. Лариса Панина, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».